С проездом, с вашим юбилеем, и я так хотела попасть на ваш вечер, и хотела поздравить, выразить благодарность, хоть мы и не довелось нам так сильно часто общаться, но всегда встречи были очень значимы. Оставляли очень хороший, такой положительный, яркий свет, да, вот после себя. Я вас всегда помнила, всегда, что можно когда-то вот прийти, обратиться, как молодой автор тоже. И всегда вот хотела больше вас узнать, больше. И для меня вот это было, особенно сегодня, большое, еще большее открытие, потому что я знала определенные, да, моменты. Ну, как вот и выразились все люди, что вы, оказывается, такая многогранная личность. Да, и хочется вам пожелать вот больше сил, больше энергии, больше здоровья, чтобы оно не кончалось. Вдохновение, конечно, чтобы вас муза не сильно преследовала совсем, не утомляла, но чтобы она вас окрыляла, давала вам такие крылья, чтобы вы всегда были наполнены энергией и силой. Спасибо большое. Спасибо вам за ваш свет, за то, что вот вы объединяете замечательных людей вокруг себя. И ваш талант, он действительно всех объединяет и по-своему, как свет, вот, озаряете, окрыляете. Спасибо вам большое за ваш труд и ваш.